Курбанов Шихали. 1925 1967. Шихали Гурбан Али Оглу Гурбанов, государственный и общественный деятель, ученый. Литературовед, драматург, прозаик, поэт, доктор филологических наук. Шихали Гурбанов родился 16 августа 1925 года в городе Баку. В июне 1942 года, в неполные 17 лет, добровольно уходит на фронт. После окончания Азербайджанского педагогического института в 1950 году стал аспирантом данного учебного заведения. Одновременно преподавал русскую литературу в 1954-1955 годах. Шихали Гурбанов был заведующим отдела пропаганды и агитации Бакинского комитета КП Азербайджана. С 1955 по 1957 год работал первым секретарем райкома партии района. 26 бакинских комиссаров города Баку, 26 марта 1957 года первый секретарь Ворошиловского райкома партии. Шихали Гурбанов был назначен заведующим отдела пропаганды и агитации ЦК КП Азербайджана. В 60-е годы Шихали Гурбанов руководил институтом языка и литературы Академии наук Азербайджанской ССР, несколько раз избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР. Шихали Гурбанов – первый пушкиновед в Азербайджане. Автор монографии «Пушкин и. Азербайджанская поэзия. 1956 А.С. Пушкин и Азербайджан. 1959. Этапы развития азербайджанско-русских литературных связей в XIX веке. 1964. Более 50 научных статей». Шихали Гурбанов являлся также одним из авторов-составителей капитального двухтомного труда «Великая дружба азербайджанского и русского народов. 1964». Его перу принадлежат «Драма. Без тебя». Комедия «Ну и дело». Стихотворный текст к опере «Бахадур и Сона», либретто музыкальных комедий. «Сами разберемся», «Не так, так эдак», «Нищий сын миллионера», «Сивендик ищет девушку», повести. Юмористические рассказы, поэмы и стихи и ряд других произведений. В марте 1967 года, воспользовавшись постом секретаря Центрального комитета коммунистической партии Азербайджана по идеологии, Шихали Гурбанов явился инициатором и организатором проведения на государственном уровне, запрещенного в то время, древнего праздника азербайджанского народа. Но врус, вызволив его из многолетнего заточения. Благодаря этому Шихали Гурбанов сумел пробудить национальное самосознание своего народа. Спустя два месяца, 24 мая 1967 года, Шихали Гурбанов трагически скончался в должности секретаря ЦК КП Азербайджана. Именем Шихали Гурбанова названы Государственный театр музыкальной комедии и одна из центральных улиц города Баку, ряд учреждений и улиц во многих городах и районах республики.